Лиза – это юная девушка, влюбленная в обычного деревенского парня. Вопреки попыткам матери выдать ее замуж за богатого жениха. Здесь очень много работы с предметами, начиная от ленточек, заканчивая прялкой, что добавляет некоторую сложность. Очень много мелкой пальцевой техники, которую нужно исполнить с легкостью, но в то же время она достаточно сложная. Конечно, хочется, опираясь на требования педагогов, сделать свою Лизу все-таки какой-то индивидуальной, добавить что-то свое, опираясь на основу.